Всем привет! Сегодня я делаю зимнюю заготовку супа с капустой. Ну, я называю щи. Там просто капуста. Это заготовочка очень-очень актуальна зимой, знаете, чтобы делать борщ. Борщевую заправку я делаю отдельно, а капусту делаю отдельно, потому что если делать вместе сразу добавлять к борщевой заправке капусту, то получается суп ненасыщенный. Нету вот этого борщевого такого вкуса, что ли, как сказать, даже не знаю. А вот если отдельно сделаешь капусту и отдельно борщевую, и потом их зимой смешаешь, если некогда ехать за капустой или не хочется, зима, холодно, а у вас всегда под рукой есть вот такая заправочка. Вместе смешал, и получается очень вкусный наваристый борщ. Вот. И очень часто хочется просто не борщ, а просто капусту. Это просто находка. Вот так, когда хочется просто обычного легкого супчика. Сюда можно и перчик положить. У меня, конечно, не будет его, потому что, ну, мы не очень любим. Ну, даже не то, что не очень любим. Эльгис не очень любит перец. Ну, мужики как-то, они всегда прохладцы относятся к этим к перцу, поэтому я его не кладу. Если хочется, мы просто возьмем свежий и поедим его. Здесь будет только лук, морковь, помидоры и капуста. Все. Даже томатной пасты здесь не будет. Потому что она будет в борще. А если мы захотим супчик поесть со свежей капустой, ну, чтобы он был красненький, мы просто уже, когда будем готовить, добавим томатную пасту и все. Добавила морковь. Моркови здесь немного. Кладу. В основном капуста здесь должна быть. Гремит у нас дождь, все, каждый день дождь, каждый день гремит. Ну и тепло, 25 градусов. Хорошая погода. И не жарко, и дождь идет. И вот я ввела всю капусту. Вот еще 10 минут протушится. И все. Заправка наша готова. Наша капусточка готова, уже остыла. Сейчас мы разложим по пакетам. И наша заготовка будет нас зимой радовать. Подписываю я эту заготовку. Щи. И знаю, что здесь капуста. Вот у нас получилось 4 порции. Как раз здесь было 2 вилка небольших, как раз пол вилка на суп. Все точно. Подписала щи 2020 года. Все, в морозилку. Готовьте. Тут варьировать можно по своему вкусу. Положить сюда можно любую зелень даже. Болгарский перец. Да вообще, ну, все, что душе. Все, что душа пожелает. Все, спасибо, что были со мной, посмотрели, послушали. Кто еще не знает, кто так не делает, попробуйте один разок сделать. Хоть в прошлом году, позапрошлом году говорили, зачем это, для чего. Все в магазине свежее, пошел, купил, нарезал, сделал. Даже написали мне это, пошел, купил, нарезал, сделал, сготовил. Это уже долго. А тут
немножко затратил силы осенью, 2-3 недели на это, и потом весь год и думать ни о чем не надо. В морозилку залез, взял то, что тебе надо, и опустил в воду. Не надо ни резать, ни тушить, никуда ходить, ничего покупать. Так что попробуйте, подумайте. Может, кому-то это и очень важно, а может быть, кому-то и пустяк. Все, всем пока-пока. До новых встреч. Спасибо, что были со мной, смотрели и слушали меня.